В жизни все будет хорошо, как хэппи-энд. А если не все хорошо, значит, это еще не конец. Фильм продолжается. Привет, я Даша. И мне пришла посылка из магазина «Лабиринт». Вот такая вот. Но прежде чем я ее открою, я хочу поблагодарить Оли Лай за конкурс, который она провела на своем канале, которым я выиграла. Это рада. Да, моим призом была, назовем это, дисконтная карта на 500 рублей. И я поспешила ею воспользоваться. Улила еще раз спасибо за конкурс. И первое, что я достаю, это в такой вот потрясающей искристой золотистой обложке а-ля золотая фольга книга «Невский архив. Историко-краеведческий сборник. 10-й это выпуск». Господи, я так давно этого запаха не ощущала. Запах, как будто только-только-только со станка издательского. Вообще потрясающе. Как ты, наверное, уже знаешь, если ты давно смотришь мой канал, я заочно очень сильно люблю Санкт-Петербург, хоть ни разу там еще не была. И да, а данная книга, она выходит с 93 года, раз в два года, и в нем публикуются прежде неизвестные мемуарные тексты и исследования по истории Петербурга, построенные на архивных материалах и забытых источниках. Так что это уже 10-й выпуск, как понятно, и если мне книга понравится, то я позабочусь о том, чтобы у меня были все книги. И мне почему-то кажется, что я буду в восторге. Не знаю почему. Еще одна книга – это «Воспоминания графини Комаровской». Здесь уже фраза достаточно интересная, которая выглядит таким образом. И что меня очень-очень обрадовало, так как я помешанная на родословных деревьях. Это родословное дерево. И герб. Да. И также пришла вот такая книга. Это у нас записки князя Кирилла Николаевича Голицына. То есть мы уже видим герб. Книга издана в честь того, что в 2008 году исполнилось ровно 600 лет, как князь Патрикей Александрович, правнук великого князя литовского Гедимина, от которого ведет свой род Голицыных, порвал связи с Литвой и прибыл на службу в Москву, что случилось в 1408 году. Этому свадьбу ее, как я уже сказала, в 2006 году исполнилось 600 лет, и в честь этого, видимо, и издалась эта книга. Здесь полным-полно фотографий. Вот просто я наугад открыла и сразу мы видим. Это было все. Это было три книги. Улилай, спасибо тебе еще раз большое. И да, я хочу тебе пожелать, чтобы ты как можно чаще выигрывала в конкурсах. Да, на этом все. Пока, с тобой была счастливая я.